удалось распечатать лоток соперника. Почему так сложилось? Какая-то недособленность сегодня? Либо после вот этих феерических домашних матчей, которые оканчивались в нашу сторону положительно, ребята рано поверили в себя? Да нет, мы просто получили быстрые два гола. Тяжело было, да? Нас еще не обыграл, на самом деле, вратарь. Мы скатали всю зону атаки, но так и не пробили его. Соперник очень быстро показал, напористый сегодня был. Как вы оцениваете этого соперника? Он все-таки занимает восьмую строчку в своем дивизионе. И дальше будут игры с более сильными соперниками. Как будете настраиваться на следующий матч? Да мы сейчас отдохнем, потом уже будем думать, что посмотрим. Посмотрим эту игру, да, разберем моменты, то, что у нас не получалось, в первую очередь. Ну, все. Сегодня дебютировал Аношко в роли капитана. Как вы оцениваете его в этой роли? Ну, он старался, бился до конца. Сегодня было много большинства соперников, 14 штрафов, но потом реализовали не раз. Ну, такое тоже бывает, да. Наверное, мы все забили в прошлых играх. Ну, во-первых, у нас получили травму игроки. Какая-то химия потерялась, да. И, ну, были моменты, но мы их просто не реализовали. Пять-три надо реализовывать, да. Когда 5-3 не забиваешь, проигрываешь игру. Поэтому мы учтем. Спасибо. А насколько близок Сашвили к возвращению состав и что с персоналом? Ну, там микротравма, да, повредил лодыжку у Сатишвили. Ну, я думаю, что он начнет сейчас, приступит к тренировкам. Посмотрим. Ну и интересный вратарский выбор. Я думаю, кстати, первый номер, наверное, может считать в команде, но Лучик в прошлую игру заработал шатал. Был такой трудный выбор? Ну, а он трудный был, но приняли такое решение.